Всем привет, с вами Зазу, и сегодня мы продолжаем играть в Dark Souls. Мы закончили на том, что мы открыли вот эти ладушки. Ну, как раз пойдем там и выясним все, что там есть, будет. Знаю, что тут будет много-много ловушек. Вот одна из них уже. Так что будьте осторожны. Будьте тут. Так, я вспомнил. Хорошая картина. Стоим.
Ой-ой-ой. Ой, хватит мне. Почему-то не умер. Ну, спи, спи. Ладно, попробуем быстренько пробежать все. Спидран.
Что ж ты будешь делать? Thank you.
заниматься этой херней. Ой, уж я. Ох, ух. Аж спина вспотела. Lightning speed. Жить хочется. Чёрт вообще. Ужас. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance.
My head would spin. Perhaps like bath. Четыре удара от спира. Может еще? Не смотри.